Всем привет, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Я сейчас нахожусь в районе Махмутлар, в одном из хороших комплексов от качественного застройщика, в самом центре, около башни часов Махмутлара, около субботнего рынка. Вот, 2 плюс 1. Минимум здесь 75 квадратных метров нетто, я на глаз говорю, наверное, есть 80, 83, 85. Этаж третий, спальня 11-10 квадратных метров, 10-11, два санузла, проект будет готов через 3 месяца максимум, тут вторая спальня, проект с хорошей инфраструктурой, айдат, наверное, будет 40-50 евро. Хорошая цена, таких цен не осталось в этом проекте, чтобы понимали. Это первый балкон, он французский, маленький. Сквозная квартира, смотрит на запад и юго-запад. Прихожая нормальная. И гостиная, совмещенная с кухней. Кухню все установят, здесь все будет готово. Чтобы вы понимали, квартира будет без мебели и бытовой техники. Вот такой балкон. Где-то 3,5-4,5 квадратных метра между ними. Вот за этим зданием субботний рынок, за этим зданием башня часов, там Барбаросса. Проект находится между улицей Барбаросса и Ататюрк. Ататюрка за этим проектом. Так что хорошая локация. Вот улица Барбаросса. Наш офис тоже находится здесь, за этим зданием, улица Барбаросса. Итак, кого интересуют также денежные переводы? Сейчас сложно стало. Поможем с решением этих вопросов. Также у нас официальный представитель Золотой Короны в Махмутларе. Вот офис, вот там, около башни часов. Так, спущусь я вниз, покажу фасад здания, потому что ведутся работы. Два лифта. На этаже 6 квартир. Вот такие гостиницы. Вот так будет выглядеть этот проект. Сейчас спереди тоже сниму. Итак, здесь инфраструктура, там будет бассейн открытый большой, зона отдыха, барбекю, генератор, сауна, хамам, римская парная, массажная комната, детская игровая комнатка, детская игровая площадка. Открытого бассейна не будет в этом проекте. Так, сейчас пойду я к офису. Итак, я пришел оттуда. Это башня часов, как вы видите. И там к морю. Тут песчаный пляж, но так есть плиты в воде, как многие знают. Расстояние от того проекта до моря максимум где-то 260-240 метров. И вот наш офис. Так что обращайтесь, поможем с денежными переводами. А все, с вами был Агасей, Солнечная Алания, район Махмутлар. Всем пока-пока. Не забываем ставить лайки, подписываться на наш канал, если все еще не подписались, и пишите комментарии.